Друзья, меня зовут Миша Тарханов, я основатель системы онлайн-обучения для барабанщиков Drum4U. В этом уроке я бы хотел поделиться некоторыми своими идеями, как я подхожу к такой классной пульсации, которая называется шаффл. Есть в ней такой интересный, даже не подвид, что ли, а так сказать, такой подраздел half-time shuffle. То есть мы разберем в этом видео шаффл, half-time shuffle или половинный шаффл, посмотрим, как его можно применять, чем они отличаются и какую классную, яркую, задорную пульсацию он может привнести в твой бит, в игру, да и вообще в целом в песню. Что ж, давай посмотрим, как он звучит вживую. Во-первых, конструкция у него достаточно простая. Самое сложное, наверное, то, что ты можешь здесь заметить, это повторяющиеся двойки по хэту. Это некая триольная пульсация, которая... То есть идет триоль. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но между триолью, если представить, что это триоль, в середине есть пауза. То есть па-па-па-па. То есть есть пауза. И получается, что... Первая триоль с паузой. Эти кривые пальцы будут показывать триоль. И вторая такая же триоль. Получается у нас па-пу-пу-па. То есть па-пу-пу-па-пу-пу. То есть получается... Даже не так. Получается па-па-па-па-па-па-па. То есть получается два удара вместе с следующей триолью. Получается та-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 та. Вот, как-то так, пусть даже странно звучит. Вот. Поэтому, если посчитать раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, то мы получим следующую картину. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Вот. Поэтому это основная такая фундаментальная вещь в шаффле. Затем добавляем малый барабан, получаем следующую картину. Добавляем бочку на первую и третью долю. Соответственно, вы можете играть бочкой, получается, и в каждую, то есть долю, и получается тоже очень классный такой некий привкус шаффла, некий другой, получается вот так. То есть очень-очень и в некоторых местах так мощно и агрессивно звучит. Следующее, что можно использовать уже в этой концепции, это переходы триолями по райду. Я использую по райду, вы можете использовать по хэту. Как это звучит? Звучит это следующим образом. Очень эффектно и интересно это можно применять, когда вы вносите вариацию внутри такта. То есть вы играете ту та та ту ту та 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 ту ту ба ту 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 ба ту 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 та ту 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 та при остинатном рисунке ногами и руками. Как это выглядит на практике?
Если это все достаточно лихо и жирно сыграть, то получится очень даже такой агрессивный такой тан-тагдан-тагдан-тагдан-тагдан. Галоп, что ли, или как это можно назвать? То есть, используя эти какие-то мимолетные фишки, вы можете очень разнообразить пульсацию и либо играть ее остинатно, то есть одинаково, если вам это нужно непосредственно исполнить в композиции. Как же звучит половинный шафл, то есть half-time шафл? Он как бы так длиннее в два раза, если это можно так назвать. На слух сразу чувствуется, в чем основная разница. То есть вот основная идея исполнения half-time shuffle. То есть он, если раскидать, показать именно с акцентом на малый барабан, то вы сразу поймете, что если у нас обычный шаффл идет так, то половинный шаффл идет вот так. Соответственно, очень интересно звучит он с какими-то добавлениями призрачных нот, и ghost нот их называют еще, на малом барабане. Точно так же вы можете играть и по райду. Например, вместо Ghost Note на малом вы можете выделять это на хэте. Если раньше было вот так, то теперь вы можете сделать это вот так. Это, наверное, основные такие базовые идеи для того, как играть шаффл, half-time шаффл. Есть еще очень-очень много разных вариантов, как их играть с двумя бочками, как играть там вместо двух ударов идет две бочки. Я в целом не буду сейчас раскрывать, чтобы не загромождать данный видеоурок кучей-кучей разных тем. Просто если вы раньше никогда не практиковали данную пульсацию, то это самое то есть самая та база, которую можно начать практиковать и уже добиться очень-очень неплохого в этом, ну, как сказать, отработать в этом очень классный навык. Что ж, с вами был Михаил Тарханов. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и помните, что репетируйте в каждой непонятной ситуации. Пока!